Кристина. Вы у нас первый раз, да? Да. Так. Это было очень здорово. Александр у нас уже лицо канала. Представлять не нужно. Ну да. Ну, нормально. Сегодня поспокойнее, чем в тот раз. Надо детей с женой выкатить. Посмотреть, как это. А то они у меня особо-то не хотят этим заниматься. Может, сейчас полюбят. И тогда летом привезем уже. Я слышал, что виновник торжества вот у нас. Ты всех вытащила, говори честно. Да. Да? Что ты папе сказала? Ну, поедем на снегоход. А он мне сказал, что ты сказала, что почему ты меня не берешь. Да. Это что такое, да? И вот мы здесь. Поехала. А там так классно оказалось, что не смогла остановиться. Первый раз, но очень круто. Узко, всякие буераки, овраги, деревья. Но мне кажется, я справилась даже. Супер. Вот вообще так супер. Вот, отлично. Какие впечатления? Что чувствуете? Неожиданно круто. Вроде ехала так, думаю, ну покатаемся, ну ладно. А так прям впечатляет, очень здорово. Особенно лесная прогулка неожиданная. Сам лес или сама неожиданность? Ну неожиданность, да, вот там, что там это все так сразу. Препятствий столько, не знаю, надо и нырять вниз, и ехать вверх, и огибать деревья. И здорово, первый раз, классно. Понравилось? Очень, да. Теперь это будет тоже постоянным клиентом у вас. Вы должны, вам сам Бог велел вместе приезжать у вас. Я летом звал, сказали. Семья активна. Вы, оказывается, у вас прогульщица. За заезд. Вы все это время могли быть с нами. Конечно, летом каждый раз звал. Ну, тут мужские компании, я не лезу. На квадроциклах видео вы смотрели? Конечно, все в грязи. Как вам? Приедете? Класс. Ну, надо попробовать. Почему нет? Надо все попробовать. Хорошо, все идеально. Емко и по существу. Молодцы! Девчата мои. Да?
Все здорово, Дмитрий, спасибо. Вам довольно главное? Да. Конечно, все. Теперь есть общие темы с сестрами. О чем да, поговорить? Да, а то так они говорят, а она чего? Она не умела, не ездила. Да, значит? Угу. Теперь можно и поговорить. И шлем круто. Я после чая. Умочка с чайком. Как положено. Погрелись, мерзли. Теперь на лыжах пора покататься. Отличное путешествие. Спасибо. Да, спасибо. Давайте, до новых встреч. Как всегда, все прекрасно. До свидания. Каждый раз с вами рады. Помаши. Пока.